Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колберт. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие пользующиеся спросом импланты. Да блин, опять ворот заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Я, кажется, что-то подцепила, когда подключалась к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Thank you.
Ветвием. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Общественной опасности. Так чего ты стесняешься? Да не в этом дело. Просто такова дальнейшая судьба Пасифики. То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище. Полиция! Открывайте! Нам позвонили. Мы хотим помочь. Мы знаем, что вы здесь. Эй, полегче! Передоза. Не знаешь, что и хочешь. То ли трахать, то ли съесть. Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу, засранец. Даже интересно, как он справится с такой, как ты. Хочешь попробовать? Ну, как твои дела? Сейчас бой начнется. Не хочешь глянуть, поучиться? Мэлоун против Эрнандеса? Наш хромовый друг не смотрит телек, да и не болтает. Он предпочитает общаться на языке кулаков. Откуда он у тебя, Фред? Нашел на улице. Он так печально на меня смотрел, что я не выдержал. Приютил беднягу, накормил, приодел.
Ну что за вопрос? Это армейский бот. Была хорошая сделка, мой Чумба докинул несколько полезных штук. Вот и все дела. Давай попробуем. Легче на ногах. Голова все время в движении. Не думала профессионально заняться. Я могу тебе устроить пару боев. Что скажешь? Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлексы уже не те, что прежде. Ну, говорят, Кирезников хорош. Поставь себе. Да ну, лучше приберегу деньги. Мне все равно пора на покой. Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодны для кого? Для меня или для тебя? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Справедливо. Я и говорю, у тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатку, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Кабуке. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Показывай.
Большое спасибо. Поговорим о вчерашнем. В отчете все написано. Читал я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал тебе дельтовать. Пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Не знала, что ты любишь азиатскую жратву. Мне казалось, для тебя она слишком экзотическая. Ну да, а чего ее не любить? Лапша? Есть. Синт-мясо? Есть. Если бахнуть еще чили, получится сопа де фидеус, как у самой мамы Уэллс. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню, или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики и привет. Угу. 2 года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь затянула. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло, но теперь он возвращается. То есть чувак идет по трупам, Джек, а ты его облизываешь и берешь у него заказы? Такая работа, Ви. Мы все идем по трупам. Придется научиться с этим жить. Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы ведь еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты права. А вот Тибанг, она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Да, Джек, еще какое. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сама понимаешь, все теперь зависит от тебя, Чика. Ладно, договорись с ним. Послушаю, что ему надо. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь, я ничего не имею против Патры и Вакако, но...
Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? К Риперу? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Рику. У меня свидание с Мисти. Так можно? Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Здравствуйте, с вами Ариф Экбал. И это новости на WNS. Присмотримся к международной арене. Тревожные вести. Вот она. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам! И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде! Они есть и внутри вас! Наши радости, горести, вся наша жизнь! Спектакль для наблюдателей! Если бы кто-то реально наблюдал, за мной уже охотились бы все копы и банды Найт-Сити. А если ты лишь пешка в их руках? Вдруг ты невольно исполняешь их приказы? Но кто они, спросите вы? Кто следит за нами? А я отвечу, это торговцы развлечениями с Альфа Центавра. Эти гнусные твари превратили наш смех и наши слезы в анестезию для своего угнетенного, страдающего народа. Это пророк мирового заговора. Прямо как по дереву. Быстрее, бегом к нему. Я сфоткаю, будто он раскрыл тайны правительства, и ему повязали. Откройте разум, пока не стало слишком поздно. Джессика увидит, сдохнет от зависти. Охренеть, просто бомба, я балдею. Ты чего? Кто-то понравился? Чего? Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам вместе надо поболтать. Ты сегодня веселый. Я всегда веселый. Так жить легче. Открой!
Привет, Вик. Как твои? Виперские дела. Рада тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепила. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Окей, потом договорим. Так, и что дальше? На чем я? А, точно. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну, а как ты вообще? Как дела? Получила заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кирош, Вик, у них же лучшая оптика. Ну. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказала, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулась живой и здоровой. И с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза,
Ну, а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Как сам-то? Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил и с концами. Легендой я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим, и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Тебе что, прямо в подробностях? Ты говоришь, как стоматолог. Они тоже все озвучивают. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Соскользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Так, ну теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? О, очень круто, Вик. Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Там еще этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу, еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Еще раз спасибо, ты крутой. Иди, малыш, покажи им всем. И не за...
Добывай старика, когда выйдешь в высшую лигу. Блок ставь, идиот! Давай в корпус! Да. Левый в корпус, да левый же! Блок ставь, идиот! Давай в корпус! Да. Левый в корпус, да левый же! Блок ставь, идиот! Давай в корпус! Да. Левый в корпус, да левый же! Блок ставь, идиот! Давай в корпус! Да. Левый в корпус, да левый же! Блок ставь, идиот! Давай в... Да. Левый в корпус, да левый же! Блок ставь, идиот! Давай в Привет, Найт-Сити. Как обычно, ваше дело — это мое дело. Сегодня мы рассмотрим под микроскопом Moor Technologies, лидера на современном рынке. Физических модификаций. Не так давно Moor выпустила новую серию элитных имплантов. Титановый череп Brighthorn K. Комплект костей Эйгер-Ти и комплект рук Хаус-Шток-W. Тем временем, их первое успешное изделие по-прежнему очень популярно. Заменитель иммунной системы Лискам-Си высоко ценится среди любителей киберимплантов по всему миру. Но в прошлом году Moor Technologies настигли обвинения в том, что в сравнении с конкурентами их импланты значительно быстрее вызывают киберпсихоз. Подайте мелочи ветерану. На, держи. Спасибо, деточка. Помогите.
Тебе сделал. Thank you.
Thank you.
Мелочи ветерану. Торопишься, что ли? На, держи. Спасибо, деточка. Помоги тебе Бог. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Organic food continues to be a major cause of illness. Do not eat from unlabeled cans. Это как получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить себе какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Вида? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня амелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, еще один демон точно не помешает. Можешь его проверить, у меня есть точка доступа, если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму, я бы попробовала на твоем месте.
Спасибо.